У меня вопрос, доктор. Личный и профессиональный. Дело в том, что моя профессия, она со мной связана, понимаете? У меня тоже. Ой, что вы, надеюсь, что нет. Не так. Дело в том, что я ясновидящая. Да, я понял, я психолог. Я ясновидящая, я девственница. Вот я это сказала. Хидрит, смотри, девственница. Что? Извините, я выругался. Я говорю, что не верю, мол, что девственница. Вы выйдете где-нибудь еще? Я, конечно, могу послушать, но мне просто жалко ваших денег, моего времени. Дайте руку. Вы ебете жену друга, доктор. И у вас в спальне голая баба. Битская сила. Что? Я говорю, что не верю все равно, что девственница. Так и есть. Что, ни разу ни в рот, ни в жопу? Ни разу. Восьмое чудо света. Хотя, конечно, про голую бабу удивительно. Это важно, верите вы или нет. Нет. Я девственница. Если потеряю ее, то все, конец. А если вы... то не сможете работать? Да. А я видел рекламу ясновидящих. Они что, все девственницы? Нет, шарлатанки. У нас все сложно. Я видела рекламу психологов. Они все шарлатаны? Да. Жаль. Но я уже начала вам рассказывать. Это очень трудно. Я хочу потерять девственность. Вы влюбились? Нет, но мне надоело быть собой. Мне надоела моя жизнь, мне надоела моя работа. Мне надоело все эти убийства, инцесты, воровство и грязные руки. Блять, мне тоже. Вы знаете, я думаю, это потому, что хорошие люди к нам не приходят, верно? Ага. А что нам делать? Выпить пробовали? Пробовала. Потом полгода все будущее путалось, каша какая-то. Давайте бухнем. А что с девственностью? Сама решай. Делать нечего, грех на душу брать. Твоя девственность, ты решай. А с кем? Только не со мной. Ты мне не нравишься, и ты занят. А где искать? Не буду. Что? Пить. А где искать? Кого? Любимого. Не хочу терять, с кем попало. Ты же ясновидящая. Наша судьба нам не видна. Ты знаешь дело? Я подумаю. Я не могу тебе сейчас сказать, но я подумаю. Ты приходи еще. Приду.